Такс. Оружие закалить стоит. Во-первых, щит солнечный. Я в молнию закалю. 23 камня. 100%. Так, тут... Ну, это понятно. Фигня. Тоже фигня. Тут тоже можно 100% добиться, но мне это не нужно. Тут плюс 18. Тут, можно сказать, избыточно получается. Там где-то как минимум, наверное, плюс 15 или, может, даже плюс 20 можно было по молнии получить. Его, в принципе, и прокачивать даже не нужно, наверное. Единственное, что стабильность будет от прокачки улучшаться, скорее всего. Не, пока не улучшается. Ну, посмотрим сейчас. На единицу, ну, не знаю. 37. 38, ну хотя бы плюс 3 пусть будет пока что. Его, конечно, по-хорошему до плюс 10 не мешало бы, наверное, качнуть, но ресурсов мало. Щит хаоса, тоже стабильность. У щита хаоса, если тут стабильность 38, то здесь 30, ну это вообще пипец как мало, это никуда не годится. И более того, он еще и мерцающим титанитом улучшается. Но это вообще... Еще черного дракона костями. Ну, блин. Это вообще печаль. Кстати, вот здесь стабильность неплохая. И его, кстати, закалить можно было бы, наверное. от магии. Ну, кстати, неплохо, я скажу. 85 это огня. От яда 100 можно получить, но не знаю, стоит ли его так калить. 98 от кровотечения. Не знаю, наверное. Вообще, конечно, можно было бы на что-то закалить. Потому что физический урон физическая защита уменьшается на писюльку. Ну, чаще всего магию применяют. Наверное, неплохо было бы его в магию закалить. От кровотечения там есть щит с цепями, по-моему. Наверное, да, наверное, я так сделаю. А щит с цепями я не помню, у меня вообще... Я его покупал или не покупал? По идее, должен был. Но, походу, у меня его нету. Кстати, здесь 100%, блин, от огня даже без закалки. Еще один такой бы достать. Было бы хорошо, конечно. Кстати, щит клирика тоже. А ты смотри. Здесь прибавка вообще понтовая. Всего 3,3. Если у солнечного плюс 10, как минимум, до сотни, то здесь 3,3, но это вообще никуда не годится. А это такая фигня. Здесь 6. Тоже 6. Здесь 18 вообще. Не, ну это фигня. Его... Как-то нету смысла даже калить. Еще круглый щит клирика, малый щит клирика. А здесь существенно больше. На 18. Но все равно не стопроцентная. Сокольника щит. О да, от кровотечения от яда просто супер защита. Нифига себе, Бенхарта можно 98 от магии. Ничего себе. Примечательно.
Ну, наверное, стоит так сделать. Почему бы и нет? По физическому урону вообще на писюльку падает. Щит голема. Что здесь вообще? Ну, здесь печальные какие-то. Щит пехотинца. А, это интересно. 83. 58. Выпуклый. Таня 83. Ну так, интересно, конечно. Это все фигня. Тоже 83 от огня. О, а здесь еще можно получить 81, 71. Интересно. Грубые чары. Урон делится на два. Ну, вообще такая себе фигня. Вот тут я... Не знаю, грубое это, конечно, хорошо, но... Мне кажется, хоть урон делится на два, но лучше его было в какой-то элемент калить. Восемь от магии, ну тоже интересно довольно. Неплохая, кстати, элементальная защита там была. Ну, вот это вообще, блин, дерьмо. Щит Лукатиэли. Ну, такой себе. Ну, Дранглика нету смысла. Вот это, в принципе, интересно. Но здесь, казалось бы, 80, а прибавка тоже всего 3-3. Куда это годится? И главное, от физического урона там 60 вообще. Что-то такой себе щит, конечно. Ух ты, вот это интересно. От тьмы можно 93 заиметь. Вот это стоит, наверное, закалить. У него от физического урона вообще 55. Это пипец как мало. Я в шоке просто. 86 от магии, ну. 88 от тьмы. 85, 90 от огня можно получить. От молнии базовая 90. Тоже прибавка 3-3. Херня, блин. Щит из первого Dark Souls. Ничего себе, 93 от молнии можно. Неожиданно так. Может быть, может быть. Стоит в молнию. 15 от огня. Я-то думал, что так плохо все было в воспоминаниях гигантов. 5 от тьмы. Один из худших элементальных щитов. Щит короля тоже так себе. 85. 20 от огня. О, да. 80 от тьмы. 85 от магии. 80 от кровотечения. Может быть, в огонь этот имеет смысл закалить. Тоже один из худших элементальных щитов. Зато вон по яду 88 можно получить. По кровотечению тоже 88.
87. Наверное, этот тоже в магию стоит. Это фигня. Башены нет смысла. Хотя по огню 94 можно получить. Ну, этот... Конечно же, нету смысла. О, вот тебе на 100% по яду можно получить. И по кровотечению. 93 от огня. От молнии. О, сотня от молнии. Пожалуйста. И при том, что у него физическая защита 90. Вот, пожалуй, я заколю его в молнию. У меня будет большой щит со 100% защитой от молнии. Есть маленький со 100%, есть большой. Это очень интересно. Может быть, даже... Что у нас тут? 70 стабильность. Тут 65 стабильность. Его бы еще прокачать, чтобы стабильность повысить. Это интересно. Это альтернатива щиту бунтаря по защите от молнии. Потому что этот тоже можно молнию в любую стихию до сотни. А тут вон у нас что? Ну, хавала можно 100 в магию, но... Но нет. А здесь... Ну, здесь ничего примечательного. Вот королевское зеркало, казалось бы, должен быть... Должен отражать заклинание. Нихера не отражает. Должна быть магическая защита хорошая. Ну, такая себе защита. В сотню ничего нельзя сделать. 93. Ну, наверное, его стоит магию закалить. Хотя, такое себе. 93. У Хавала вон 90. Нахер оно надо? Вообще бесполезный щит. Это королевское зеркало. А здесь что? 83, 88. 88. От тьмы, как ни странно, плохая защита. Интересно, нож бандита. Стоит ли его в кровотечение калить? Минус 5 по физическому урону. Зато плюс 38 по кровотечению. Мне кажется, стоит. Так же, как и заточку. Где она вообще? А чё я не вижу? Клинок Мита, его что, нельзя закалить, что ли? Я думал, можно. А оказывается, нет. Похоже, что клинок Мита нельзя закалить. Офигеть. Когти, да, когти надо в кровотечение по-любому. Всего на 4 физические, зато на 38 от кровотечения. Интересно, если в яд. Интересно. 126, а здесь получается... Суммарный вроде как больше, но... Ну, не знаю, не знаю. Вот это... В магию надо по-любому. Интересно, крюк. Плоский колокольчик. Либо молния, либо тьма. Наверное, в молнию. У него защита 90 от молнии становится. Драконий. В молнию, конечно же.
Так, ну можно захавать душу какую-то. Кстати, душа великого героя 39. Великая душа легендарного героя, который давно стал полым. Дает огромное количество душ. Души — это источник жизни. И даже неживой, пустеющий разум продолжает их искать. Это обменять еще не мешало бы. Интересно, сколько оно вообще дает? Мне столько много не нужно, скорее всего. Хотя ладно, что там. Посмотрим. 20 тысяч. Прикольно, прикольно. Итак, нож бандита. А ну-ка. Ну это нет, это не имеет смысла. Вот нож бандита, да, имеет смысл. Кинжал вора вряд ли. Сломанный меч. Казалось бы, такая простая фигня. Но вот странно, я не помню, где вообще можно его достать, надо посмотреть. Его, получается, всего один за игру, что ли, можно раздобыть. Вот здесь довольно тоже интересно. Во-первых, по стихиям урон существенно повышается. Если так 80, то так 112. Во-вторых, от яда можно получить или от кровотечения 112. Довольно интересная, конечно, тема. Мне бы еще один такой меч раздобыть. Ржавый красный меч. Здесь, кстати, как ни странно, но урон не делится на два. Плохо, что скейл не прибавляется. Не знаю, может это и тупо, но... Я прокачаю его, наверное, по стихии. Единственный вариант скейла — это таким образом, но это не то, что мне нужно. Конечно, вот это тоже можно было бы. 391. Но так получается 476. Оно, с одной стороны, ну, в некоторых ситуациях оно хуже делить урон на 2. Если, например, высокая и физическая, и от молнии, то тогда это хуже. Но в тех случаях, когда высокая физическая, а низкая от молнии, тогда это лучше. Поэтому, не знаю, конечно, все же, я бы его закалил в молнию. А ну-ка, я могу? Могу. Я думал, надо сначала вот этот в простое, типа эффект снять. Но нет, оказывается, не обязательно. Я тогда вообще не вижу смысла. Не, ну иногда, может быть, понадобится снимать эффект, но в целом так себе. А ну-ка, если здесь, что мы можем? Ну, не знаю. Шател. Что еще такого можно закалить? Меч защитника. Может быть, молнию стоит. Может быть, может быть. Хотя тут скейлы есть. СДЦ. ДЕБ. Может быть, и не стоит. БЦЦ, Д, БДБ. А
Жало черного скорпиона. Та ёптить. 267, 192, 96. А у него скейлов нету? Ну раз нет скейлов, тогда имеет смысл в яд. Тем более физически на писюльку. Нож мясника. Две штуки. Вот топор в цепях. Да, думаю, имеет смысл. Хотя скейл есть какой-то. Если есть скейл, то тут надо думать. Моргенштерн. И при этом нельзя в кровотечение, хотя у него есть урон от кровотечения. Молот Алди. Палец презрения. Д, С, Е, Д. Ты фиг знает. Палец архидракона. 260. 195, 130. Кровотечение тоже нельзя. Периодически три зуба с 216, 151, 134. В яд вообще не катит. Та блин. Бердыш, который уже на тьму закален. Копье Сантира. Делится на два урон. Хрен знает. А где-то хуже, а где-то лучше будет. Если его так закаливать. Ну, наверное, я не буду пока этого делать. Ревущая альбарда. 100 тьмы. БЦ. ЦЦ. Большая коса. ЕБ. Лунный серп. Ну, когти, да, когти по-любому надо. Кровотечение раз. Кровотечение два. Притом оба надо до плюс 10 качнуть. +71 -96, +73 -126. Но этот, я не знаю, для интереса закалю. С. Оу, 17. Ну вообще его, не знаю, в тьму вообще никакого смысла нет калить. Так, ну-ка, стоп. 166, 166. Скейл, кстати, не меняется. О, приехали. Закончились души. Ну, наверное, имеет смысл еще одну такую захавать. Такс, это да, это молния. Интересно. Б, Д, С.
Если так, Б и С. Нет, скорее всего, не стоит. С, А, С. Д, Б, Б. От молнии, конечно, в два раза практически повышается. Физически уменьшается, но не знаю, не знаю. Надо посмотреть, проэкспериментировать. Может быть, и стоит так сделать. Так, здесь... Что я хотел здесь еще прокачать? Щит Феникса. Ну, блин, на 3 всего от огня повышается. Но это бред. Этот щит, который, блин, в железной цитадели в таком труднодоступном месте был, имеет такую слабую защиту от огня, в то время как вот этот сраный щит Гирмов, который добыть проще простого, имеет сходу 100%. Ну, это как-то бредово. Так, вот этот в молнию по-любому. Хлобысь. Этот в магию, наверное. Этот в огонь. Ну и, наверное, все. Этот можно в яд, но... Ну, вряд ли стоит. Если еще один добыть такой, то можно непрокачанный в яд его закалить. Если нужна 100% защита от яда. Дерзости от тьмы. 93. Да. От тьмы неплохая защита, в принципе. Наверное, как-то так. Сейчас посмотрим на скейлы. Какой тут урон у меня прибавляется в луке желания. Плюс 129, плюс 51. Я думаю, для интереса я прокачаю. Плюс 48, плюс 107. По-моему, общие скейлы снизились. Ну, прибавки снизились на 25, но общий урон... Ну, то есть базовый плюс прибавки, он повысился. Там не намного, на 39, что ли. Как-то так. В принципе, ну, так-то общий чуть больше. Но, как я уже говорил, если физическая защита и защита от молнии одинаковые, то это будет хуже. Но когда физическая большая от молнии маленькая, тогда будет лучше. Тогда, когда от молнии большая физическая маленькая, тогда будет тоже хуже. Ну, короче, пока с таким похожу, а там посмотрим. С закалкой пока, наверное, все. Единственное, что... Ну да, в принципе, все. Этот вряд ли С, ЕЦ.
Саецен. Не знаю. Может быть, имеет смысл в вагоне его закалить. Меч синей луны. О, вот его. 205. 144, 144. Наверное, я его закалю на молнию. У него скейлов нету. Ну-ка, сейчас посмотрим. Я не уверен, что стоит его калить в огонь. 280 плюс 92, 80 плюс 55. Ну, для интереса попробую закалить, посмотрим, что будет. Скейлы, судя по всему, немного я теряю. ...268 плюс 56, 115 плюс 93. Ну, опять же, общий урон чуть повысился. Там на 25 где-то что-то такое. Ну, посмотрим. Тоже оставлю так. В принципе, неплохо иметь какой-то меч на стихию. Если что, тут есть и клеймор, и да много еще есть. Меч мастодонта. Возможно, вот этот тоже стоит в огонь закалить. Но опять же, общий урон чуть-чуть повысился. Но при этом больше упор в огонь даже получается. А, демона из плавильни. Имеет ли смысл его? ДДЦ, ну, наверное, имеет. Почему нет? Уж он-то должен быть на огонь заточен. Не понял. А его нельзя закалить, что ли? Что-то я не наблюдаю его. Ну, походу, да, походу его нельзя закалить. Кстати, меч рыцаря Хейда можно, ну, его вряд ли стоит закаливать. Сейчас я посмотрю, какие вообще здесь. ...150 плюс 104, 90 плюс 51. ЦЦЦ, ЦДБ. От ловкости, кстати, почему-то снижается. Ну, для интереса закалю, посмотрим. Протестируем. Ну, общий урон на 19 повысился. Физически, конечно, снизился довольно так не слабо. Ну, опять же, наверное, оставлю так, как есть. Тут есть еще множество других оружий.
Ну, в крайнем случае, всегда можно снять эффект. Но клинок Миты, да, походу его нельзя никак закалить, это печально. Захаваю я, наверное, еще какую-то душу. Возможно, вот эту, что ли. Или вот это, ну-ка, сколько она дает? 5000. Ну, две, наверное, таких. Прокачать какое-то оружие. Вот этот можно было бы до плюс 10 качнуть. Вообще, клинок Миты, конечно, хорошо бы тоже до максимума прокачать, потому что это уникально, это единственное оружие, которое имеет урон. Тут написано ядом, но на самом деле там не яд, там токсины. Поэтому единственное, которое имеет урон токсинами. Ну, первостепенно, вообще, конечно, драконий колокольчик надо качать. Но тут, блин, титанит этот мерцающий нужен. И здесь тоже мерцающий. С ним напряг большой. В принципе, мне-то не так уж и много еще до 50 веры осталось. Так что можно будет потом колокольчик этот использовать. Кстати, колокольчик Каты... В тьму надо закалить. 150 150, 164 165. Этот, наверное, тоже в тьму. Когти надо первым делом улучшить. Понадобится много, блин, титанита. Только большие продаются. Но этот-то по-любому надо в тьму. Ладно, этот я не буду пока. ДЦЦ, ЕДЦ. Семь штук таких понадобится как раз. Все-таки, наверное, придется даже большую захавать. Плюс 3. Тоже плюс 3. И теперь таких мне надо тоже, получается, даже не 7, мне надо 9 таких. Офигеть. I'll be around, if you make it back.